Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Токэмп и наш новый видеообзор портативной газовой плиты Magnum Керамик от компании Еврогаз. Плита у нас идет в удобном пластиковом чехле. В комплектации с плитой идет инструкция к эксплуатации и непосредственно сама плита. В комплектации с самой плитой идет подставка для кастрюль и штуцер-переходник для подключения к российским газовым баллонам, который откручивается у нас без применения дополнительных прокладок сбоку. Все, то есть сюда дальше идет шланг, редуктор и газовый баллон российского производства или любой другой композитный газовый баллон. Для того, чтобы запустить данную плиту, нам необходимо открыть боковое отделение. Берем цанговый баллон, обыкновенный газовый баллон цангового соединения 220 грамм, который продается практически в любом хозяйственном магазине. Вставляем баллон. Здесь у нас должно совпасть выступ на баллоне и язычок фиксирующего механизма. Баллон мы установили. Закрываем кофр, после чего нам необходимо нажать язычок, баллон у нас подключен. После чего мы поворачиваем, включаем газ, и до щелчка срабатывает пьезоэлемент, газовая плитка у нас работает. После чего керамика у нас разогревается. Как видите, она сейчас начнет менять цвет. Немножко газ уменьшим. После того, как поставим на кастрюлю, она быстрее разогреется, керамика, и пламени практически уже не останется. Можно добавить, что данная плитка у нас максимально устойчива к ветру. То есть, если я даже сейчас подую на огонь, она не потухнет. Для отключения просто отключаем газ, подачу газа, и отсоединяем баллон. Для транспортировки можно газовый баллон оставлять непосредственно внутри самой плитки. Что еще можно сказать про данную плитку? Размер плитки у нас получается размер 320 на 250, высота 8 сантиметров. Вес самой плитки у нас 2,3 килограмма. Расход при максимальном горении у нас 130 грамм в час. Интернет-магазин Токэмп. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.